Петик, сегодня мы с вами будем рисовать открытку на 8 марта кролика или зайчика. Кто кого захочет. А вы сначала подписывайтесь на мой канал. Начинаем рисовать. С 8 марта я уже написала, и вы у себя напишите, и дальше мы начнем разукрашивать нашу открытку с 8 марта нашего кролика или зайчика, у кого кто что рисовал. Это может быть кролик, также и зайчик. И не забывайте подписываться. Thank you.
Спасибо.